Вот в такой упаковочке с AliExpress пришли мне кроссовочки. Не знаю там в каком они состоянии, но такая упаковка для нищебродов с дыркой. Сейчас откроем, посмотрим. Ну вот такие кроссовочки. Фирма китайская для внутреннего потребления. X-Step. Ни разу раньше не слышал. Ну как бы я и не увлекаюсь всякими брендами. Случайно наткнулся на данную фирму, посмотрел. Неплохие отзывы. Якобы китайцы одевают свою обувь, свои какие-то спортивные сборные. Ну, не только эта фирма, но и других, там, Ленинг, Пик, но вот и X-Step тоже. Очень легенький. Материал полиуретан. Я тут почитал про него. Пишут, что изготавливают из компонентов сырой нефти. Вот. Материал приобретает сейчас популярность. Ну, в смысле, обувь из материала, полиуретан, становится популярней в связи с тем, что материал очень легкий. И с каждым разом он все больше и больше похож на изделия из натуральной кожи. Плюс у него много преимуществ. В общем, он устойчив к реагентам дорожным. На нем не остается никаких разводов, белых пятен. Очень устойчив. В смысле, из-за износа стоек к стиранию. Ну, единственное, что, наверное, минус. Да, собственно, как и в коже, но в этих может больше, что они не дышат. Ну, так на вид ничего, вроде в сохранности дошли, нигде не покоцаны, ничего. Хотя, это какой-то срез тут, что за порнография. Точно, вот уроды. Видимо, вскрывали и ножом разрезали. Твою мать. Ну вот тебе и упаковка из говна и веток. Что с такой жопой теперь ходить, что ли? Цена у них 2200 рублей. Конечно, недорогие, не знаю. Так, весна, осень. Походить, посмотреть. Не, ну это вообще, конечно. Ну что за уроды, а? Видимо, вскрывали там на таможне или где, не знаю. Сейчас стельку глянем.
Стелечка такая простая, не ортопедическая. Тут все внутри прошито. Ну, по отзывам об этой фирме. Но отзывов немного на самом деле. Ну, носки должны быть. Если бы эти товарищи еще мне тут его не повредили. Ну как это, прикол такой или что это? Так на вид, конечно, симпатичный, очень легкий. Шнурочек, язык, вот фирма сама, X-Step, логотип. Кроссовки брал специально для ходьбы по городу, без какого-то злого протектора. Потому что предыдущие кроссовки у меня были другой фирмы со злым протектором. Быстро очень, конечно, об асфальт они не стерлись. Ну, хотя я его ношу уже 4-й год, но тем не менее. Так, а тут у нас размер. Размер. В общем, размеры у них везде разные. Короче, американский 9,5, европейский 45. Моя нога личная 42,5. У всех продавцов китайских какая-то таблица непонятная. Длина стопы 28 моя. По их меркам нужно вообще там 46 брать. Тут же у другого смотришь или у этого аналогичную обувь. Все наоборот. Ну, в общем, взял 9,5. Были у меня кроссовки Анта, но они сейчас тоже есть. Тоже китайские. Вот на них 9,5 размер. Ну, я эти взял такие же. Посмотрим, померим, видно будет. Ну, за 2500, я думаю, пойдет. Если бы эти уроды еще бы не разрезали, этот кусок подошвы мне не срезали. Так что время покажет. Если понравится, буду еще такие же фирмы себе покупать. Выбор большой. Ссылочку оставлю, кому нужно, смотрите.